То есть там они просто ждут, они видят, что происходит, и когда они проходят в эту область, родители тоже участвуют, потому что родители должны знать то, о чем мы вообще. Вот, а здесь, видите, там тоже кабинет, но самое главное, это социальная комната. То есть вы видите, что кресел, фотографически здесь нет. Ребенку не страшно, ребенок находится на одном уровне с ребенком. Да, сверху, ребенок не лежит в кресле, он сидит, и он как бы ему комфортно. И кооперация таким образом достигается гораздо проще, гораздо легче. У нас сегодня еще здесь будет учение, поэтому, в принципе, много времени здесь проводить сейчас не нужно. Мы еще сюда вернемся, так что можно спуститься сейчас попить чай, кофе. Ой. Для наших детей. Надо посмотреть все, да? Что же у нас? А что там спрятано? Там архив. Да. Прямо. Да. Архив.